Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев передал в муниципалитеты ключи от 39 новых машин скорой медицинской помощи. 5 из них были направлены в Одинцовский городской округ. Поступившие в муниципалитет машины оснащены современным медицинским оборудованием, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. Это аппараты искусственной вентиляции легких с возможностью подключать к ним детей старше 1 года, дефибриллятор, мониторы, электрокардиографы с дистанционной передачей ЭКГ.